Здравствуйте. Перед нами часы Жаклиман модель N207. Индекс N в обозначении модели обозначает, что она относится к коллекции ностальжи. Тут действительно такой классический, может быть, немного ретро-корпус. Это один из немногих скелетонов бренда Жаклиман. Его необычная особенность в том, что это часы без автоподзавода, они механические, но заводить их нужно вручную. То есть надо вот подкручивать головку. Сейчас это модно и актуально, вот можно быть в тренде, и не все любят маятники. Благодаря тому, что маятник ушел из конструкции, часы получилось сделать достаточно тонкими, а корпус часов небольшой, это всего 38 мм. Часы сделаны в Австрии, собственно, как практически все часы бренда Жаклиман, за исключением серии «Женева». Очень симпатичное золотое покрытие, сделанное методом PVD, очень надежное, практически не видели вариантов, только если, чтобы что-то истерлось, только если какое-то серьезное механическое повреждение. Ремешок натуральная, качественная кожа теленка, замок, ну вот самый обычный, привычный, не придется ломать голову, как застегнуть часы. Еще раз покажу обратную сторону. Вот.